Иранская армия атаковала две военные базы на территории Ирака, где расквартированы военнослужащие США. Как сообщает Fox News, всего со стороны Ирана выпустили 15 баллистических ракет, 11 попали в цель. По данным канала, 10 ракет попали по территории базы Эйн-Аль-Асад провинции Анбар, одна по территории базы в Эрбиле, еще 4 выпущенных по этой базе не сработали должным образом. Атака прошла в две волны с разницей около часа. В ночь на среду корпус иранских стражей Исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани под названием «Мученик Сулеймани». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой совершили атаку против иранских граждан. При этом в корпусе стражи Исламской революции заявили о готовности нанести удары по Израилю и Арабским Эмиратам. Дональд Трамп провел полуторачасовое совещание с командой по нацбезопасности в Белом доме, после чего написал в Твиттере, что ущерб после ракетного удара пока подсчитывают. Официальный комментарий он пообещал дать позже. Редактор